Добрый час, дорогие друзья! Снова Апраксина Лада с вами. Сегодня в преддверии и накануне волшебных дней, когда соединяется много силовых мощных аспектов, накануне новолуния и дня весеннего равноденствия, многие мастера сейчас говорят об этих уникальных моментах, об этих периодах. И я, Апраксина Лада, создала для вас коллекцию силовых могущественных свечей. Каждый мастер способен сделать какие-то предметы силы и артефакты, опираясь на свои знания и на свою силу. И я здесь.